Верховный суд Чувашии вынес приговор 43-летнему ибресинцу. Он обвиняется в разбойном нападении на пенсионерку и ее убийстве. Сообщником выступил 30-летний знакомый подсудимого. Расследование его дела еще не завершено. Следователи установили, что в апреле этого года двое мужчин, не имея денег на покупку алкоголя, незаконно проникли в дом 74-летней женщины. Избили ее, вынудив отдать им 2 сотовых телефона и около 5000 рублей. Затем злоумышленники решили убить женщину, чтобы она не заявила на них в полицию. Сначала они пытались ее задушить. Когда веревка порвалась, 43-летний преступник нанес ей множественные удары ножницами в область шеи. Тело убитой обнаружила соседка. В кратчайшие сроки в результате грамотно организованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями Следственного комитета и сотрудниками органов внутренних дел были установлены лица, причастные к указанным преступлениям, и они были задержаны. Несмотря на попытки уничтожить путем сожжения по их месту жительства вещественные доказательства, среди раскаленных углей в печи были обнаружены обгоревшие детали похищенных сотовых телефонов. Также в квартире была найдена часть похищенных у потерпевшей денежных средств. Вина 43-летнего жителя поселка Ибреси подтверждается результатами проведенных следственных действий, в том числе признательными показаниями его 30-летнего сообщника, уголовное дело в отношении которого находится на рассмотрении в суде, показаниями свидетелей, а также заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз. Приговором Верховного суда Чувашской Республики 43-летний житель поселка Ибреси признан виновным в совершении разбоя с незаконным проникновением в жилище и убийстве с целью сокрытия другого преступления группы лиц по предварительному сговору. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.